Созвездие «Жигулей» пестрит звуками баяна, балалайки, домры. Участников всероссийского конкурса снова принимает столица губернии. Молодые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской, Саратовской, Самарской областей напоминают публике о том, что народные инструменты вне времени и жанровых ограничений. Это не значит, что если балалайка, то это только народные произведения. Играется все, от классики и до современных произведений. А мы сегодня выступаем в составе оркестра музыкального училища, играем халипу вековую, обработка народной мелодии, и переложение Жоржа Бизе «Фарандола» из оперы «Кармен». Илья занимается музыкой уже 9 лет. Впервые загорелся любимой балалайкой, услышав выступление родственников в составе Оренбургского хора. Саша тоже выступает не первый год и признается, что с каждым конкурсом волнуется меньше. Занимаюсь 7 лет, с учителем очень упорно работаем. Бывает лень, но я себя заставляю. И мама иногда помогает. Особое спасибо маме. Баян, аккордеон, домра, балалайка, классическая шестиструнная гитара. В этих номинациях оценивается мастерство участников. Более 100 заявок из 45 учебных заведений, полный зал и аплодисменты. Конкурс стал ярким продолжением музыкальных традиций школы прославленного педагога-баяниста 20-го столетия Дмитрия Шаталова, чье имя с гордостью носит уже 12 лет. Новшеством этого года стало сотрудничество с заслуженным работником культуры Виталием Максимовым, который стал художественным руководителем конкурса. Нужно сказать, что не всякий конкурс может похвастаться своим художественным руководителем, который готовит специально для исполнителей авторские произведения. Торжественное закрытие конкурса состоится 26 ноября. В нем примут участие новые звезды созвездия, лауреаты этого года, а также ансамбль «Волга фолк-бенд» Самарской государственной филармонии. Яна Кукабака, Виктор Соколов, «Новости губернии».